Четыре врага красоты, о которых должна знать каждая девушка. Врага, как говорится, нужно знать в лицо. Поэтому сегодня поговорим о главных вредителях нашей молодости и красоты. Враг номер один – стресс. Все болезни от нервов, и это правда. Когда вы находитесь в постоянном стрессе и напряжении, происходит выброс гормона кортизола. Он способствует разрушению гиалуроновой кислоты и замедляет синтез коллагена в клетках. К тому же стресс приводит к перенапряжению мышц лица. Как следствие, быстрее появляются морщины в уголках глаз и заломы между бровями. Что делать? Найдите подходящий вам способ отдыха. Любимое хобби, шопинг с друзьями или чтение книг. Враг номер два – бессонница. Исследования, проведенные в университете США, показали, что у людей, испытывающих недостаток сна, заметнее выражены симптомы старения. Организм просто не успевает восстанавливаться. Постарайтесь ложиться спать не позже 10 часов вечера и отдыхать 7-8 часов. А чтобы сделать сон еще приятнее и полезнее, температура в комнате должна быть в диапазоне от 16 до 20 градусов. Тогда вы проснетесь свежим и энергичным. Враг номер три – солнце. Все знают про фотостарение, но часто пренебрегают защитой от ультрафиолета. А зря. Исследования подтверждают, что около 80% всех повреждений кожи связаны с негативным воздействием солнечных лучей. Не выходите на улицу без защиты. С апреля по октябрь выбирайте санскрины с SPF-фактором не меньше 30. А в холодное время отдавайте предпочтение кремам и тональным основам, которые содержат ультрафиолетовый фильтр. Враг номер четыре – неправильное питание. Дерматологи и нутрициологи считают основными виновниками старения чрезмерное употребление продуктов, которые содержат глютен, сахар, молоко и алкоголь. Попробуйте исключить из своего рациона, и уже через пару недель заметите улучшение самочувствия, прилив сил и сияние кожи. Замените эти продукты на свежие фрукты, зелень, овощи и не забудьте пить достаточное количество жидкости. Прислушивайтесь к своему организму. Будьте прекрасны и здоровы!